Решать спорные моменты нужно сообща. Накануне сити-менеджер МИАСа Станислав Третьяков встретился с активистами общественного совета. В повестке два вопроса. О работе по принятию лесохозяйственного регламента и смене места строительства полигона твердых бытовых отходов. Что предложили общественники и что услышали в ответ от властей, расскажем далее. Активные МИАСы обеспокоены судьбой городских лесов. По их мнению, принятие поправок в лесохозяйственный регламент не лучшим образом повлияет на статус лесов. Глава администрации успокаивает, нужно запустить процесс по определению границ городских лесов. Пишем о том, что необходимо определить границы лесов и провести кадастровые работы. После того, как мы провели кадастровые работы, мы понимаем, что произошло, какие леса у нас есть, какие нет, какие можно вернуть, какие уже не вернуть. Жители попросили держать их в курсе. В итоге сошлись во мнении, что общественники внесут свои замечания в проект документа, после чего вынесут на рассмотрение депутатов. Процесс его принятия должен завершиться до конца этого года. Рассказал общественникам глава и о ситуации по строительству полигона ТБО, который граждане отстояли от реализации на территории Васильевской свалки. Теперь власти предлагают строить мусорохранилище на территории соседнего Златоустовского округа. Мы проводили совместное совещание с экосервисом, совместно с воскобойником обсуждали и рассматривали альтернативные площадки, в том числе муниципальные, в том числе те, которые принадлежат сейчас заводу «Златмаш», «Химдым» так называемый. И уже подготовлено письмо на директора «Химдыма» Златмаша Лемешевского от имени главы округа Войнова касательно его видения размещения двух площадок на территории завода. То есть завод сейчас идет по пути конверсии, часть цехов сократил, у него освободились площади. Если эти площади завод высвободит, а такая предварительная договоренность уже есть, проект полигона будет перенесен с Васильевской свалки в район завода «Химдым». Только после получения согласия инженеры смогут приступить к проектировке полигона.